Вот это заявление господина Гозмана у меня вызывает просто отвращение. Вот этот ярый вот такой антисоветизм, попытка надругаться над нашей историей, над предками в период как раз после 9 мая, вызывает просто негодование. Вчера на заседании Совета Государственной Думы мы подняли вопрос, напрямую как раз наша фракция Компартия подняла, потому что коммунисты фактически вели советский народ во время войны. Это он и против нас, непосредственно против нашей партии поднимает вопрос. И мы были поддержаны всеми фракциями, что нужно провести расследование и поставить вопрос о смещении его с государственной должности.